Работники комбината зеленого хозяйства продолжают активное благоустройство столицы Колымы. Коммунальщики ежедневно озеленяют город, высаживают деревья и кустарники, оформляют газоны. В прошлом году на главной площади колымской столицы лужайки разрушили из-за прокладки трубопровода. В этом году подрядчик оплатил коммунальщикам стоимость работ по восстановлению. Всего в городе планируют создать и реконструировать около 10 тысяч квадратных метров газонов. На проспекте Ленина перекладывают шестигранную плитку. Поврежденные элементы меняют на те, которые нашли с помощью гаража в других частях Магадана. Продолжены работы по программе «Пешеходный город». В настоящий момент учреждением производится реконструкция участка плитки, старый наш шестигранник, его перекладка. Там вся плитка будет демонтирована, отдефектована, поврежденные элементы будут заменены на новые, даже не на новые, а на найденные элементы этих шестигранников, которые, в том числе наши дорогие горожане, услышав призыв мэра, откликнулись. Они указали на те места, где эти плиты находились несанкционированно, на каких-то территориях, там, где их быть не должно. Работа будет производиться на двух участках, в районе Ленина 9 и Ленина 11. В Магадане участились случаи несанкционированных свалок. Алексей Гаврилов обратился к магаданцам с призывом к соблюдению чистоты и порядка. Значительные силы учреждения вчера и сегодня были отвлечены на ликвидацию бесхозной свалки, которая была организована в частном секторе неустановленной группой лиц. Горожане, пользуясь тем, что данная контейнерная площадка расположена в близости от проезда, передвигаясь, может быть, с дачных участков, либо с каких-то еще других территорий, облюбовали данное место и складировали там свой мусор, не удосужившись довести его до того места, где они, как жители, зарегистрированные в определенных многоквартирных жилых домах, либо частном секторе, должны его были сложить там. Боремся, наведем порядок и призываю граждан на этом адресе, также на других, особенно в частном секторе. Пожалуйста, дорогие магаданцы, складируйте мусор в контейнер, который там находится. Если вдруг он переполнен, его не успели вывести, не раскидывайте, пожалуйста, его вокруг, а поставьте рядом. В Магадане на сегодняшний день перед комбинатом зеленого хозяйства стоит множество задач в рамках благоустройства города. Это ремонт лестниц, озеленение территории, ремонт пешеходных дорожек, покраска и уход за элементами общественных территорий, а также ежедневные уборки мест пользования горожанами и их содержание в надлежащем виде. Ведомство нацелено на улучшение условий проживания жителей города. Более того, умело и с удовольствием готово исполнять свои прямые обязанности, вместо того, чтобы устранять последствия пренебрежительного отношения граждан в виде несанкционированных свалок.